Всем привет, меня зовут Андрей. Я буквально 2 года назад построил небольшой гостевой домик. Вот он. И на самом деле стенки очень тоненькие получились, в пол кирпича. Вот. Ну, делали специально, чтобы сэкономить немножко и время работы, и стоимость работ. Ну, вот. Ну и сделали утепление фасада. В принципе, выбирал, ну, особо выбирать либо пенополиуретановые панели, вот, либо вот как вариант наткнулся в интернете, типа фол, вот, и проконсультировался со своими строителями, они сказали, что типа фолом в рулонах это делать дешевле и удобнее, вот, потому что сразу можно большую площадь накинуть, закрепить ее и все застыковать. Типофол толщиной 50, вот, и если все посчитать, ну, вату я не рассматривал вообще в принципе, потому что вата — это монтаж, это там пароизоляция нужна, в общем, это все как бы, все удорожает процесс, и плюс вата, она набирает влагу, это нужно, чтобы фасад вентилировался постоянно, в общем, это более замороченная и сложная конструкция, вот, и, ну, примерно, возможно, там, если все взять вообще, вот, там, удобство, стоимость монтажа, стоимость дополнительного монтажа вот на других утеплительных материалах, то где-то около 2 раз, наверное, вот, по стоимости, если все вкупе взять, вот. Так что, в принципе, мы довольны. Вообще все как бы классно. Значит, отапливается дом, из общего дома идет магистраль теплая, из бойлерной стоит котел. Вот. У нас здесь где-то порядка в домике, в гостевом, порядка 40 квадратов. И за зиму мы отдаем где-то, ну, максимум, наверное, 1500 за газ. Это самый там вообще, самый-самый холодный. Вот. Ну и, собственно, стенки не промораживаются, нет никакой влаги, особенно на углах. Я просто боялся, что там все-таки из-за небольшой толщины стенок. Вот. Но все очень хорошо. В общем, нам понравился этот материал. Вот, он полностью устраивает, как и наших строителей по легкоте монтажа. Вот, так и по общим затратам на утепление. Вот, так что я рекомендую типофол.